Ну а в Москве тем, кто по какой-то причине не сможет принять участие в бессмертном полку и лично присутствовать на параде в честь Дня Победы, команда Первого канала предоставит возможность увидеть все в самых мельчайших подробностях, побывать и в кабине штурмовика, и на броне боевой машины, и посмотреть в глаза тем, кто будет чеканить шаг по кремлевской брусчатке. О технических возможностях трансляции праздника расскажет Ольга Паутова. Увидеть парад с трибун мечтают тысячи людей, но лучшие места не только здесь, но еще и перед экранами у телезрителей Первого. Ведь во время трансляции вы сможете смотреть не только за одним этим застывшим планом, но и наблюдать за картинкой сразу с 53 камер в режиме реального времени. Ребята, готовность! 3, 2, 1, куранты! Восьмая в эфире. Команды четкие, права на ошибку нет. Здесь все как в армии. На время съемки передвижная телевизионная студия превращается в генеральный штаб, а операторы в солдат-невидимок. Их никогда не заметишь в кадре. Это при том, что один из них постоянно находится с шеренгами военных. Эта камера позволяет тебе прорвать пространство, подойти к человеку, увидеть его, например, общий план, подойти ближе, дойти до глаз, какую-то деталь увидеть. А эти кадры позволят увидеть парад глазами самих участников и за один час побывать и на броне боевой машины, и в кабине штурмовика. Одна из самых незаметных камер, которая при этом дает невероятно эффектную картинку, спрятана в брусчатке Красной площади под бронированным стеклом. И такого ракурса не получить больше никаким другим способом. И эта малышка выдерживает не только чеканный шаг военных, но и проезд многотонных гигантов. Самым страшным для нас оказались поливальные машины, которые ночью ездят и проезжают прямо по самому стеклу. И мельчайшие камешки, попадающие между машиной и стеклом, оставляют на нем царапины. А у этой юркой машинки одна из самых ответственных задач. Она будет встречать кабриолет «Аурус» министра обороны. А потом автороботу придется доказать, что он еще и самый отважный боец телевизионного фронта. И уже не первый раз. Вот эта машинка просто пора заезжала под танк, собственно, во время прямого эфира. И из-под этого танка она и выезжала. То есть, если это был бы человек, как минимум он был бы в кадре. И как максимум не хватило бы скорости ему, наверное, убежать бы от танка. Камера установлена даже внутри часов Спасской башни, чтобы зрители могли изнутри увидеть, как знаменитые куранты отсчитывают последние, самые волнительные секунды перед началом парада. И перед началом бессмертного полка наши съемочные группы будут работать по всей Тверской улице и Красной площади, когда сотни тысяч людей снова соберутся вместе, чтобы поделиться историями своих отцов и дедов. А уж команда Первого сделает все, чтобы, сидя у экранов, разделить эту атмосферу Дня Победы смогли и вы. Ольга Паутова, Павел Лихолетов, Юрий Шолмов и Руслан Башко. Первый канал. Итак, завтра на Первом канале прямая трансляция парада в честь Дня Победы. Начало в 10 утра, а в 15 мы покажем шествие бессмертного полка. Праздничные эфиры начнутся уже с самого раннего утра, так что до встречи!